принципе, вот тем же самым способом расстановки цифр и так далее, я, конечно, мог бы сделать и все остальные картинки. Но просто у нас поджимает время, картинка правильная, вторая тоже правильная. Все, спасибо. Две правильные картинки есть. А вот теперь каким перемещением вот этого фигура. Итак, вот одна половинка. Я ее желтым выделил. Каким перемещением она переходит в это? Да, как называется? Параллельный перенос. Параллельный перенос, совершенно верно. Сдвиг на две клетки. Если из плюсиков не помеченные, то влево, иначе вправо. Отлично. Теперь здесь. Тоже отлично, что вы догадались. Вот она, это наша желтая фигура. Скажите, пожалуйста, каким перемещением плюсики переходят сюда? Да, как называется? Относительно какой прямой? Выйдите кто-нибудь, покажите прямую относительно которой надо. Все, все, только не так. Вот как раз недостаточно. Посередине клетки, да, все, теперь правильно. Посередине клетки, конечно, ребята. Вот она, эта прямая. Смотрите, что происходит. Мы переворачиваем, и надо не забыть еще сдвинуть на одну клетку. Вектор сдвига на одну клетку вправо. Так, переворачиваем и сдвигаем. Отлично, отлично. Пункт Е мы полностью решили. Так, давайте Д, он тоже крайне простой. Каким перемещением вот этого фигура... Это молодцы, что вы так все быстро решаете. Каким перемещением вот эта вот штука может быть переведена в эту? Да? Скользящая симметрия. Относительно какой прямой? Относительно какой прямой? Да, все. Все правильно. Все правильно. Вот она прямая. Относительно вот этой прямой, ну и разумеется, надо не забыть сдвинуть на клеточку.